22 июня 2023 года на улице Волгоградская, дом 1, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель 1977 года рождения, управляя грузовым автомобилем, допустил наезд на пешехода, женщину 1938 года рождения, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. От полученных травм женщина скончалась на месте. Уважаемые водители и пешеходы, соблюдайте правила дорожного движения. Пешеходы, переходите проезжую часть только по пешеходным переходам, а при их отсутствии по линии тротуара или обочины.